Большие выигрыши, высокие коэффициенты, надежный букмекер. Все это букмекерской компании 1xBet. Ссылка в описании. Всем здорово! Ну что, вот и подъехала ответочки от Даны. Его опровержение по поводу всех слухов касаемо Хабиба. О его переходе в Беллатор, о том, что Макгрегор предлагал ему 15 лямов за реванш. В общем, давайте поподробнее. Дана Уайт в интервью TMZ заявил, что у UFC довольно хорошие отношения с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, и он останется в UFC. Но вот что касается карьеры Зубайра Тухугова, то тут пока все под вопросом. У нас все хорошо с Хабибом, вы продолжаете это публиковать, но ведь это неделю назад было. Неделю назад. Много событий происходит за неделю в нашем бизнесе. У нас с Хабибом все хорошо, мы все решим. Очевидно, что он был расстроен и рассержен. Его захватили эмоции, потому что бой был для него важным. Но в конечном счете Хабиб хороший парень, у нас с ним всегда были отличные отношения. Он остается в UFC. Я знаю, что он сказал, но это было неделю назад. Мы все уладим. С Тухуговым я не знаю, что будет. Посмотрим, как все решится. А по поводу реванша с Макгрегором, Дана рассказал, что еще рано об этом думать. Их бой только недавно прошел. А новости по поводу 15 миллионов от Конора – это полное дерьмо. В свою очередь, отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов, рассказал, что если и состоится реванш, то Хабиб должен получить в 5 раз больше Конора. Считая, что денег мало они дают Хабибу, потому что до этого они давали Конору в 3 раза больше, чем Хабибу. А теперь мы хотим, чтобы нам давали в 5 раз больше, чем Конору. Мы в доминирующем плане уничтожили, задушили, заставили его сдаться. Это первое. Второе. Какой смысл Конору, не проведя 2 или 3 боя, выходить с Хабибом? Если Конор считает нужным, пусть покажет, что он готов выходить биться, хотя бы против таких бойцов, как Ислам Махачев, Тони Фергюсон, рассказал Абдулманап. Теперь давайте немножко отвлечемся от Хабиба и Конора и поговорим про Александра Шлеменко. Как многие знают, он провел последний бой в Беллатор по контракту и теперь является свободным агентом. До поединка с Током многие считали, что он перейдет в UFC. Но теперь у него 3 поражения подряд, и, по его словам, похоже, переход в UFC стоит отложить. Дорога в UFC до конца не закрыта. Переговоров с ними мы еще не вели, но исходя из опыта, я понимаю, у меня 3 поражения подряд. Вряд ли тут можно разговаривать о хороших условиях контракта. Сейчас не стоит краткосрочной задачи подписаться в UFC. Краткосрочная задача – опуститься в 77 кг. Сейчас будет пробная сгонка веса. Дальше я планирую двигаться в другую категорию. Это будет новый этап карьеры. Оказаться в UFC? Естественно, я хотел бы выступить в этом промоушене. Мне по силам стать там чемпионом в 77 кг. Как вы, кстати, считаете, есть ли у Шлеменко шансы в UFC? Я вот думаю, что он железно может войти в топ-10 и даже в топ-5. Возвращаясь к теме Хабиба и Конора, то Макгрегор, похоже, полностью отошел от поражения и вовсю тусит по клубам. Совсем недавно он был замечен в ночном клубе в компании известного американского футболиста Cowboys Эзекиэля Эллиота. Спортсмены находились в ночном клубе после очередной игры Далласа в чемпионате. Как-то так, парни. На этом у меня все. Как всегда, влупи лайк этому видео. Ну а также обязательно подписывайся на канал, если ты все еще не подписан. Будет еще много чего интересного. Пока.